то же самое время Новосибирск уже весь усеян заглохшими автомобилями. Там сотни машин оказались обездвижены из-за жуткого ливня. Дождь шел всю ночь, улицы затоплены, вода доходит до колена, кое-где в городе даже асфальт провалился, как рассказывают очевидцы. Но жители Новосибирска сами пытаются вытолкать как-то эти заглохшие машины с дороги, удается не всем. Из-за этого движение на трассах затруднено, а на улице Связистов, говорят, пришлось даже прервать трамвайное сообщение. Вода там поднялась настолько, что заливает фары. У некоторых подъездов вода доходит людям до пояса, и горожане говорят, что такого не припомнят. У автовладельцев сейчас болит голова из-за проблем с машинами. Теперь нужна диагностика, просушка, ну и, скорее всего, ремонт.